Всем привет! И в этом видео вы узнаете, почему у птиц не мерзнут лапки зимой. Оказывается, у птиц особым образом устроена кровеносная система, которая позволяет с одной стороны не мерзнуть, а с другой стороны экономить тепло. У птиц есть кровеносные сосуды, которые расположены в коже. И в зимнее время, когда становится холодно, эти сосуды сужаются. По ним меньше идет приток крови к лапкам. Поэтому температура лапок падает. В зимнее время температура лапок может быть от 2 до 4 градусов. Но при этом у птиц есть еще более крупные сосуды, по которым кровь идет к органам. Получается, снизу идет холодная кровь, а сверху горячая кровь от сердца. Благодаря тому, что сосуды находятся рядом друг с другом, между ними происходит теплообмен. И та кровь, которая идет от лапок к сердцу, согревается и становится уже не такой холодной. А артериальная кровь немного охлаждается, и это помогает сохранять энергию птицы и сократить теплопотери. Благодаря такому удивительному устройству лап, птицы могут не только ходить по снегу, но и плавать в холодной воде. Ну а если вы хотите узнать, почему птицы не падают с веток, когда спят, посмотрите вот это видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!